Молитесь, Игнатий Тихонович. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчеславно согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть, якого истину блажите тебе Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую, воистину Серафим, без исцеления Бога, Слово родившую сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресы из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери и силы честного животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благи сии человека любец. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному, создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчеславно согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко николи же благое, сотвори их пред Тобою. Но избави меня от лукавого, и да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойно, восхвали имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истинной, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прийди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети, исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем те блаж, ангельскую песню пьем те сильный. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, воздвигнись, Господи, ум и просвети сердце, уснем и отверзивая же петите, Святая Троица. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, ика его же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многие ради Твоей благости, долготерпения, не прогневался на меня лениво и грешно, не погубил меня со беззакониями моими, но человеколюб стал еси обычно, и в нищании лежащего воздвиг мне еси, воеже утренне славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою,
и петь у Тебя во исповедание сердечным, и воспевать все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу, Цареве Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Семьдесят четвертый псалом. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещают чудеса Твои. Когда я изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля и все живущие на ней, я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым, не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите на Бога жестоковыйно, ибо не от востока и не от запада, и не от пустыни возвышения. Но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее, даже дрожжи ее будут выжимать, и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Яковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его, и было в Салиме жилище Его, и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелу лука, щит и меч, и брань. Ты славен, могущественней гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли всем уже силы рук своих. От прещения Твоего, Боже Якова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит при лицом Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд, земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратится во славу Тебе, остаток гнева Ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему, все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных. Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу. Помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить, размышляя о днях древних, о летах веков минувших, припоминая песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает, неужели навсегда отринул Господь, и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его, и пресеклось слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Его древних. Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой, кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцы народ твой,
сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и устрепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой рукой Моисея и Аарона. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос, по Своей многолюбви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель, спаси меня благодатью Твоею. Молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многих щедротах и неизречены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел доменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел, оправдывающих меня. Но эта вера, да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что отторг меня Твоих рук и ограды, ну ли хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой от чрева матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прельщающему. Особенно же, потружу для Тебя Господа и Бога моего Иисуса Христа во все дни жизни, ныне и всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставь на хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанию этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами отгони от меня смиренного, несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение, удалится скверные, лукавые и хульные помыслы из закаянного моего сердца и помраченного ума моего,
и погаси пламя страстей, ибо я убог и несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо тебя благословляют все роды, и пречистое имя твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, Надежда, Гликерия, ибо мы усердно к вам прибегаем, к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила Иси Христа, Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила честного животворящего креста Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивные дары, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй Отца моего духовного, родителей и сродников, благодетель митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агапангела, Диамида, Тихона, Антония, священнария Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, за семь молитв, Максима и Владимира, и Глеба не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона, и весь священнический, иноческий чин, и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, если угодно тебе, Господи. Смири власти и воинства их, и через них сотвори благое церкви твоей. Коснись их сердец, умудри их добрые законы издавать, чтобы дали достойно жить людям, было бы из чего уделять нуждающимся, и брати на путь покаяния, спасения Владимира, Димития, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Научи насытить это мирное время. И приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, и в сей день сохрани нас от всякого рода зла и греха и непосильных искушений. И защити, Господи, жилище наше и селение от пожара, от воров, от нечистой силы. И живущих там благослови Андрея, Игоря, Серафима, Владимира, Людмилу, болящую любовь, Алексея, Иосифа, и прищи добрые жители с детьми, послушными уставом Твоим. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный. Умудри нас во спасение, Господи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Абва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину каноны Церкви. Воздай вечность и добром всем, кто трудился над моей душою, Марии, Степана, Александра, Михаила, Анны, благослови. И на всех спутников, Господи, Владимир, Николая, Михаила, Александра, Юлии, благослови Максима, мужчина сердца. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благослови Татьяну, Наталью,
Игоря, Марину, Никиту, Щада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Левтину. И расширь пределы в общем, побуди на проповедь всех Евангелия. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Ездру, Рустика, Тимуру дай веру. Господи, найди. Посети врагов, сокруши их замыслы, не дай им желаемого злодействия. Если возможно, примири их с нами, и в судный день не помяни их безумие, препятствующих проповеди и слову, не желающие жить по слову Твоему. Благодетель наш, и благослови здесь и вечность, и благослови Елену, Людмилу, Нянилу. Обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрию, Светлану, Эдуарду. Аллилуйя! Путешествующих Раису, Льва, Виктора, благослови и возврати. И все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И от пьянства избавили Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. Даруй здравия болящим. Дай силы им перенести страдания. Валерия, Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря. Надежду, Валентину, Валентину, Татьяну, Татьяну, Нину, Александру, Марию. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье, за болезни, за друзей и за врагов, ибо по Твоему благолепию все может оказаться на пользу человека. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими и благослови всех помогавших нам в благовестии, Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея. И наше сокровище и в интернете, и здесь. Сохрани и благослови всех, кто помогает нам там быть, и трудящихся, Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Александра, Александра, Вячеслава, семейство, благослови и помилуй. Обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, найди. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наших, и же с верой, надеждой, воскресенье, жизнь вечную, отошедшую от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы родителей, сродников, благодетелей и всех православных христиан. Коснись, Господи, если что можно, сделать и Виктора, и прости, Господи, и за молитву. Аллилуйя. Будь милостив к нам, Владыка, и помилуй нас, и благослови. Да всегда будет мир в жилищах наших, и любовь к Тебе, Господи, к Слову Твоему. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешен. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. Проведи душу мою по мытарствам. И веди ее навеки, вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, Претеща Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание одежды, быть благочестивым и довольным. Быть экономным во всем. И воздай благодетелям нашим, добром помогающих нам жить в достатке. Слава Тебе!
Святитель Христов Никола, моли Бога о нас. И каждому, Господь, даруй жилье Сергею Гавриилу. Молите Бога на святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нох, Моисея, Самуила, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захарий, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрохи, пророк Михея, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь Духа в пророческом церкви свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас, Господи, не готовыми. Но чтобы выше навстречу Тебе, Владыка, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, небесные силы, апостолы Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирнский, Усим, философ, Космай, Дамиян, Андрей, Стратилат, Иерун, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим, Никомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, и 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста, Анфима, Вениамина, дай веру, соши родители за такое воспитание. Святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем, Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ан Тобольский, Ан Кронштадтский, Ан Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет. И все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Молите Бога о нас, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Пресвитер. Сохрани святой православной вере замысел истеков, Господи, разруши, в ничто преврати, развей. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла, первомученица, Фатина, Самаринина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник, Июник и Приана, Устина. Молите Бога о нас. Надо Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани, Господи, от всяческого поругания, исправь непокоривость Галины, семейства и Евгении, Надежды, Светланы, Людмилы и Анны. И прими, Господи, нашу молитву воздяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Владыка. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий Сына Твоего Единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Прими наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай Ты, да слышит раб Твой. Всем. Игнатий Тихонович, у вас Алиса включенная. А ты почему не вставала, не молилась-то, а? А потому что спать. Ну почему ты не молилась-то? Ты села и сидишь, баба рядом. Ну могла поднять-то, тут молились. Аминь, доброе утро. А почему ты не Доброе утро. Спать хочу. Я тоже хочу спать, но помолишься, потом ляжу спать, хочу спать. Никто не молится на ночь. Ночью никто не молится. Конечно,
красота твоя. Не подходи сюда, хорошо, я вижу, хороший. Потому я и привязалась. Только вот у меня потерялась кукла. Подожди, сейчас считать будем. Подожди, потом. Мы же заняты здесь очень важным делом. Сойди наоборот вниз, попробуй опустить, а затем уменьши окошко. Да теперь за границу. За границу теперь его уменьшай, вот на краешек сверху. Да, наверное, вот там же, где ты перемещал. Да-да-да, вот здесь. Во. А до самой кромки не надо, до верху. Он это расширяется автоматом. Слава Христу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 21, вопрос 3434. Тема «Смерть». Если бы вас пригласили на заупокойную трапезу после похорон Ельцина, то пошли бы, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. У меня нет телевизора, но есть радиоприемник, и я слышал все, что передавалось из храма Христа Спасителя и остальное. Когда передали, что Борис Николаевич умер, я попросил у Бога прощения за свою молитву и помолился о нем. Если что можно, Господи, облегчи положение мытарства не раба твоего Бориса.
Сижу один дома и веду набор 21-го тома своих книг из серии «Открытым оком». Если бы не перестройка, то даже на пишущей машинке было бы опасно чакать. Но какую роль сыграл в этом сей человек, который куролесил, невзирая на мнение людей? Сейчас говорят о его мужестве, что он взял на себя ответственность и не боялся и прочее. Только и скажешь себе, по пьянке чего не натворишь, сила есть, ума не надо. Выступают спортсмены, артисты, военные, соратники, вспоминая, как он заботился о них. О, если бы увидели сейчас, что совершается в духовной сфере, что с его душой, какие страшилища летают вокруг, и, быть может, кропят вонючей жидкостью тело, как видел Андрей Юродивый. Каким пеплом посыпают гроб и как проклинают лживых христиан демоны. Поминать собрались самые, быть может, грешные иерархи, чтобы и молитва не была услышана. Поминают в храме постоянно. Помяни первого президента Бориса Николаевича. Хотя бы проще было сказать, прости не раба твоего. Да разве Богу нужны напоминания о его бывшем президентстве? Может, для того и напоминается, что хоронят, отпевают, чтобы содрогнулись небесные силы, какого грешника принесли? Премудрость Соломона 6, 5, 8. Страшно и скоро он явится вам, и строг суд над начальствующими. Но начальствующим предстоит строгое испытание. Если бы хотя один священник напомнил этому собранию людям, которые собрались просто как на спектакль, что будет суд Божий, где будут заданы вопросы по 25 главе Евангелия от Матфея, накормил, напоил, посетил, и на все эти самые прямые и страшные вопросы было бы миллионами уст из страны живыми и мертвыми громогласно возглашено. Обобрал! Мы по помойкам искали хлеб, а он, этот не раб Божий Борис, расплодил невиданную мафию, которая перегнала все богатства страны в швейцарские банки и в Израиль. Если после того, как Христос сотворил чудо с хлебами и накормил около 5000, то после насыщения, Евангелие от Иоанна 6:13, собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели, то после, в кавычках, умной реформы, 12 лет куски собирали. Сирахова 35:21. Хлеб нуждающихся есть жизнь бедных, отнимающий его есть кровопийца. Душе его не нужны выстрелы, эскорты. Это еще миллионы трачено денег, на которые можно было сотни или тысячи человек накормить. Огромное шоу. Весьма дорогое зрелище для слепцов. Это все еще продолжающаяся, в кавычках, исповедь на заданную тему. А не подлинная исповедь пред обманутыми им перед Богом. В первый же день после смерти делают опросы граждан, кто и сколько довольны деяниями Ельцина. 33% рады его добровольному уходу с поста первого президента России. 13% тех, кто рад, что своим преемником назначил именно Путина ВВ. Если бы этот вопрос был в новогоднюю ночь 1999 года, то не было бы и 0,5%. И по 6-8% отдали голоса за отмену цензуры в прессе, запрет КПСС, за свободы, приватизацию квартир и прочее. Если бы были честными вопрошатели, то отметили бы, что ушел вовсе не добровольно, а полумертвый. И за его уход, может быть, тогда было более 50%.
Просто время сгладило горе обобранных, потерявших минимальные сбережения. Его тогда иначе и не могли назвать как главным паханом на развалинах страны трупа. Егор Лигачев и сегодня говорит: ничего созидательного с его именем в России не связано. Он просто испытывал жажду власти. Дано было и не Борисом возможность выражать свои мысли, не боясь быть истерзанным. Говорить о совести этого несчастного человека, искалеченного с юных лет безбожием, вовсе не приходится. Если бы он был честным, да разве бы он жил до 76 лет, он бы голову положил на рельсы, видя, что народ вымирает. Я лягу головой на рельсы, если цены будут повышены. Весьма 1991 год. Для прикидывающихся незнайками напомню, что только в 1992 году инфляция достигла 32-кратной отметки, а до 1997 в 10 047 раз. Пьяный дядя Боря лгал о стабильности финансовой системы, и ровно через два дня после такого заявления, 15 августа 1998 году, когда сказал: девальвации не будет, твердо и однозначно, не без его же ведома накрыло всех дефолтом, то есть супер наглым ограблением народа. Сравните на фото в кавычках «красивого» Ельцина и в кавычках «меченого» Михаила Горбачева. На лице Михаила вполне отражена мысль, а у Ельцина грубая лебедевская потуга выйти из роли начальника тюрьмы. Родившись 1 февраля 1931 года, в 1961 году 30-летним вступает в партию. Значит, он не видел, что КПСС есть банда людоедов. Он же совершенно слепой был. В июле 1990 года выходит из партии не потому, что вдруг прозрел, но уже получил иную установку от хозяев, с которыми потом не раз будет фотографироваться на фоне семисвечника. 12 июня 1991 года он был избран президентом такой страны, где любят диктатуру царя. На диктатуру уже не повернуть, но составить свой клан, разграбить страну, на это хватило полномочий. 4 июля 1996 года переизбирается на второй срок. Хотя перед этим только за его готовы были бы голосовать не более 4%, совсем как у Сталина. При голосовании за него 6%. В итоге будет выставлено 96. 9 августа 1999 года, когда назначил никому неизвестного Путина Владимира премьер-министром, перед этим устроив чехарду на эту должность и усыпив бдительность всех, 31 декабря 1999 года, как бы с глубокого похмелья объявила своей добровольной отставке. Приняли многие это за новогоднюю шутку. Да и сам народ был не в своем уме, тоже с похмелья. Говорят, что роль Ельцина Бориса Николаевича будет правильно оценена лет через 50, а еще лучше через 100. Почему так далеко? Да только потому, чтобы дождаться, когда умрет последний человек, ограбленный в его правлении. А там про него и помнить некому. Божественное есть ли в его правлении? Что до обеда в Кремле, то далековато. Обычно я не ужинаю, но тут решил поужинать. Моя пенсия за 35-летний стаж работы 1470 рублей. Налил привезенную из Потеряевку березовку, две кружки. Достал сухарей, которые приготовила мне сестра Анна в позапрошлом году. Пол ложки меда, подаренного мне сестрой Татьяной из Тогула. Позволил себе 5 фиников сушеных,
две ложки ягод жимолости, подаренной сегодня сестрой Александрой. Это все я мог иметь и без демократии. Но если бы предложили избрать между тем, что было до 1991 года и после, то ни за какие коврижки я бы не пошел искать коммунистические льготы. Если бы я был приглашен на обед, на поминки, то пища их не моя. Слушать меня там никто бы и не стал, а тогда для чего все остальное? Говорят, что на похоронах удобно проповедовать, потому что все согбены горем, и им только бы и напомнить о суде Божьем. У меня есть опыт, что похороны и поминки совсем даже не лучший аппарат для благовестия. Все заняты одним – поскорее зарыть гниющее тело и добраться до обильной тризны с обильными же возлияниями, где будут много и беспробудно лгать о достоинствах усопшего, прикрываясь фразой «О мертвом или ничего говорить, или только…» или «Ничего не говорить, или только хорошее». Повторяли не раз слова «последний путь». Вот это впечатляет, заставит задуматься кого-нибудь. Последние почести получил, чтобы там, за гробом, уже ничего не осталось доброго. Человек жил, весь погруженный в обольщение временное. А теперь выискивают некие слова его прошения и прощения перед народом. Не смог даже труп с Красной площади зарыть, хотя при таком самодурстве это смог бы сделать в одну ночь. И не запретил компартию. Эти ошибки он сознавал, но так ничего и не сделал, чтобы всю комарилью, заращенную им, разогнать. Пророк Исаия 41:24. Но вы ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость тот, кто избирает вас. Если бы он осознал себя грешником, то разве он ушел бы с поста своего, не попытавшись выправить то, что приводит к вымиранию нации, к гибели государства? Все забыто. Да и не он делал эту перестройку, а Горбачев. Ельцину масоны отвели второстепенную роль, нашли такую креатуру, которая мало что слышала о стыде, о совести. Теперь душа его пошла одна, совершенно одна. Нет ни родных, ни прихлебателей бывших, ни поющих монашек, ни архиереев. Один. А жил далеко не по Евангелию. Я так и не смог настроиться, что тут что-то сакральное, что тут помогают душе. Просто слушал, как одну из передач, постановку на скорую руку срежиссированную. Слетелись в храм на похороны все масоны. Откровение 18:2. Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Пророк Осия 7:2. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицом моим. Сколько вспоминают о самых добрых качествах покойника, самых добрых его делах. Слушал и плакать хотелось. Ни одного доброго дела, которым бы прославлялся Бог всемогущий. Ни одного свидетельства о его вере, о заботе о его бессмертной душе. Премудрость Соломона 15:14. Самые же неразумные из всех и беднее умом самых младенцев, враги народа твоего, угнетающие его. Да как вспомнишь, сколько колдунов и в кавычках ясновидящих, гробовых Гришек и прочей тьмы было вокруг в кавычках просветленного и посвященного масоны Бориса. То поневоле подумаешь, что свет для него померк задолго до его рождения.
Преступные братки и масоны страсть как любят провожать в последний путь, то есть на мытарство загробное. И тут слетелись подельники. После смерти каждый из угодивших в ад желает добра своим дружкам, братьям. Евангелие от Луки 16:28. Ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Иеремия 8:20. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Евангелие от Луки 16:25. Но Авраам сказал: чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а Лазарь, а ты страдаешь. Сирахова 11:2. Каков правитель народа, таковы и служащие при нем, и каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем. Вот парадный подъезд, по торжественным дням, одержимый холопским недугом, целый город с каким-то испугом подъезжает к заветным дверям. Записав свое имя и звание, разъезжаются гости домой, так глубоко довольны собой, что подумаешь, в том их призвание. А в обычные дни этот пышный подъезд осаждают убогие лица, прожектеры, искатели мест, и преклонный старик, и вдовица. От него и к нему, то и знай, по утрам все курьеры с бумагами скачут, возвращаясь, иной напевает «трам-трам», а иные просители плачут. Раз я видел, сюда мужики подошли, деревенские русские люди, помолились на церковь и стали вдали, свесив русые головы к груди. Показался швейцар. «Допусти», — говорят, с выражением надежды и муки. Он гостей оглядел, некрасивый на взгляд, загорелые лица и руки. Армячишка худой на плечах, на котомке на спинах согнутых, крест на шее и кровь на ногах, самодельные лапти обутых. Знать брли-то долгонько они, из каких-нибудь дальних губерний. Кто-то крикнул швейцару: «Гони! Наш не любит оборванной черни!» И захлопнулась дверь. Постояв, развязали кошли пилигримы, но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв. И пошли они солнцем палимы, повторяя: «Суди его Бог!» Разводя безнадежно руками, и покуда я видеть их мог, с непокрытыми шли головами, а владелец роскошных палат еще сном был глубоким объят. Ты, считающий жизнью завидною, упоение лестью бесстыдною, волокитство, обжорство, игру, пробудись! Есть еще наслаждение, вороти их, в тебе их спасение. Но счастливые глухи к добру, не страшат тебя громы небесные, а земные ты держишь в руках, и несут эти люди безвестные неисходное горе в сердцах. Что тебе эта скорбь вопиющая, что тебе этот бедный народ? Вечным праздником быстро бегущая жизнь очнуться тебе не дает. И к чему? Щелкоперов забавы ты народное благо зовешь, без него проживешь ты со славою и со славой
умрешь. Ты уснешь, окружен попечением дорогой и любимой семьи, ждущей смерти твоей с нетерпением, привезут к нам останки твои, чтоб почить похоронную тризою, и сойдешь ты в могилу, герой, в тихомолку, проклятый отчизною, возвеличенный громкой хвалой. За заставой в харчевне убогой все пропьют бедняки до рубля и пойдут, побираясь дорогой, и застонут: родная земля, назови мне такую обитель, я такого угла не видал, где бы сеятель твой и хранитель, где бы русский мужик не стонал. Стонет он по полям, по дорогам, стонет он по тюрьмам, по острогам, в рудниках на железной цепи, стонет он под авином, под стогом, под телегой, ночуя в степи, стонет в собственном бедном домишке, свету Божьего солнца не рад, стонет в каждом глухом городишке, у подъезда судов и палат. Выйди на Волгу, чей стон раздается над великою русской рекой, этот стон у нас песней зовется. То бурлаки идут бичевой. Волга, Волга, весной многодневной ты не так заливаешь поля, так великою, как великою скорбью народа. Волга, Волга, весной многоводной ты не так заливаешь поля, как великою скорбью народной переполнилась наша земля. Где народ, там и стон. Эх, сердечный, что же значит твой стон бесконечный? Ты проснешься ль, исполненный сил, или судеб, повинуясь закону, все, что мог, ты уже совершил, создал песню, подобную стону, и духовно навеки почил. 1858 год. Некрасов. Это извините, пожалуйста, это говорит Геннадий Тихонович, если можно слово? Нельзя. Я вас понял. Ким вышел, попросил спросить его. Сергей не разберет. Стихотворение по воспоминаниям Панаевой было написано Некрасовым, когда он находился в хандре. Он лежал тогда целый день на диване, почти ничего не ел и никого не принимал к себе. На другое утро я встала рано и, подойдя к окну, заинтересовалась крестьянами, сидевшими на ступеньках лестницы парадного подъезда в доме, где жил министр государственных имуществ М.Н. Муравьев. Была глубокая осень, утро было холодное и дождливое. По всем вероятиям, крестьяне желали подать какое-нибудь прошение и с позаранку явились к дому. Швейцар, выметая улицу, прогнал их. Они укрылись за выступом подъезда и переминались с ноги на ногу, прижавшись у стены, промокая на дожде. Я пошла к Некрасову и рассказала ему о виденной мною сцене. Он подошел к окну в тот момент, когда дворники дома и городовой гнали крестьян прочь, толкая их в спину. Некрасов сжал губы и нервно пощипывал усы, потом быстро отошел от окна и улегся опять на диване. Часа через два он прочел мне стихотворение
у парадного подъезда. Некрасов совершенно переработал реальный жизненный материал, внеся темы вселенского зла, библейские ассоциации, мотивы высшего суда и возмездия. Все это придало стихотворению обобщенно-символический смысл. В течение 5 лет стихотворение не могло появиться в русской подцензурной печати и ходило по рукам в списках. В 1860 году оно было напечатано Герценом в «Колоколе» без надписи автора с примечанием. Мы очень редко помещаем стихи, но такого рода стихотворения нет возможности не поместить. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слушайся, невеста тебя, там делать нечего. Книга «Открытым оком», вопрос 3445, том 21. Тема «Смерть». Все мы смертные, как говорят, все умрем, да не в одно время. Что нужно сделать, чтобы внезапная кончина, неожиданная смерть в аварии или при ином несчастном случае не навредила нам, верующим, в загробную жизнь? Как все подготовить у себя и в себе, чтобы не постыдно предстать на суд Божий? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Книга Сирахова, 8.39. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. Представить себе, что вот вышла душа из тела и видит свое сброшенное тело, свои неоконченные дела, и ни во что и никак невозможно вмешаться, что-то подправить, переделать, кому-то наказ дать, передать, отомстить, простить. Как будто ты никогда и не жил. Настолько далеко будет земля, земная история, твоя коротенькая, сиюмгновенная жизнь, вздох, и впереди только вечность, зависящая от этой миллиардной доли секундной нашей 70-летней жизни. Евангелие от Матфея 25:13. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий. Евангелие от Луки 12:39. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Главное – привести душу в примирение с Богом. И это возможно только через принятие Иисуса Христа своим Спасителем. Поверить, что Он умер именно за тебя, за твои грехи. Римлянам 5:11. Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. 2 Коринфянам 5:19. Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Жить нужно напряженно, не рассчитывая на то, что вот если сегодня согрешу, то еще много есть времени, покаюсь. Иезекииля 3:20.
Если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой. И не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он. И я взыщу кровь его от рук твоих. Про плотские дела тоже нужно помнить. Вовремя сделать завещание, постараться перевести все на небо. Сегодня верующие заботятся о неверующих взрослых детях, о неверующих внуках. Им их квартиры и достаются. Считаю это полным безумием и подтверждением, что жили не под водительством Духа Божия. Неужели первые христиане не имели детей и внуков? Как же они своими домами так умно распорядились? Евангелие от Луки 12:33. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Деяния 2:45. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. 4 Царств 20, стих 1. Итак, простите, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. Завещания многие делали, но есть завещания, которые остались на века, как у Владимира Мономаха, Сильвестра, Домострой. Пророк Иеремия 35:14. Слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня». Нужно научиться каждый день и даже каждый час жизни своей считать последним. Мысленно прощаться со всем белым светом, со всем, что нам дорого, что окружает нас, что как-то к нам относится. Что будет после нас? Этот вопрос только в плане превосходной степени должен ставиться. Чтобы после нас было лучше и устремленное в небеса, к престолу благодати Божией. Как бы остаться с теми, кого любил, закрепиться в том деле, которое несло прославление Создателю. А что к вечности не относилось, то нужно было немедленно к тому развернуть и лишиться того вовремя, чтобы не тяготило в час и миг расставания с белым светом. Разыграй сцену, что сегодня ты в заложниках, и уже ничто тебе не принадлежит. Но дали возможность дать завещание, дать наказы своим и друзьям. Вот это и нужно сегодня же претворить в жизнь. Соломон пережил такие минуты сомнений. Книга Екклесиаст 2:18. «И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня». Благо, если у тебя есть друг, о котором можно сказать, что это второе твое «я». Сирахова 31:4-7. «Умер отец его и как будто не умирал, ибо оставил по себе подобного себе. При жизни своей он смотрел на него и утешался. И при смерти своей не опечалился, для врагов он оставил в нем мстителя, а для друзей воздающего благодарность.
Канонами брецает фарисей, бьет по столу остатком книги правил. Слова его на мелкое просей, что после встречи он в тебе оставил. После беседы горы угольков, он суховеем носится в эфире, все выводы от слова далеко. Он бьется до подучей в собственном сортире. Века плелись, ползли, года летели над суперсносной верой в иудеи. До самосохранения дотронуться низ. Простите, над суперсонной верой в иудеи. До самосохранения дотронуться не смели. В одежду самоправедности мертвеца одели. Самария им кость не у собаки в горле. Она на канонической усадьбе мертвецов, особенно святоши, в обход на праздник перли свой виноградник, что давным-давно засох. В Христовой притче о самарянине, по мнению евреев, столько богохульства, что будто он добрее и не протопал мимо. Понятно, правоверный до кризиса надулся. Да как же можно недругов возвысить? Да с ними же нельзя ни петь, ни говорить. Они же хуже псов или церковной крысы. Они все изуверы с той давнишней поры. Но самарянка, встреча у колодца, закрыла бездну злобы канонистов. Победный стяг любви воздвигнут был над злостью. Стихай, а не стихай, омыт Иисусом чисто. Каноны все любовь испепелила, и в духе с истиной ликуют самаряне. Храм оказался пуст и вскоре стал могилой. Спасение только здесь, рёк старовер упрямый. Каноны, данные для жизни, умертвили, плюют в колодец наш, в евангельскую веру. Вода от самарян и к нам течет обильно. Законник стал последним, а убеждал, что первый. 10 мая 2007 год. Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 22, вопрос 3472, тема «Смерть». Священники, многие заканчивают семинарии и даже академии. И как же они утверждают, что можно молиться и за неверующих, которые отошли уже в вечность без примирения с Богом? Разве им в учебных заведениях не преподают Библию, где ясно же и понятно сказано, что неверующим не обещано Царство Небесное? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Учат не тому, как исполнять волю Божию, а как справлять службу, богослужение, учат истории. Например, нам даны заповеди. Нам же, если мы любим Бога и уже получили духовное рождение свыше, наша душа будет постоянно напоминать, что нужно любить Бога и Его святые заповеди. Что тут непонятно?
Но можно поставить к этим скрижалям многие вопросы и на них задействовать многих людей. И все это отнимет многие годы. Например, найти точное место географическое, где Бог дал эти каменные скрижали Моисею. Из какого камня были эти плиты, гранит или мрамор, и какого цвета, сколько в нем было прожилок и даже изотопов разных, в какой руке какую скрижаль нес, а потом обо что их ударил, и потом попытаться найти осколки тех скрижалей, подвергнув всю местность ядерному облучению, определяя время распада углерода. А нам ли и кому вообще нужно это будет? Вот подобное творится и в семинариях, в которых учат юнцов убеленные сединой профессора, знающие все, кроме своей обольщенной грехом души. Живя по стихиям мира, они даже не знают, что человек умер в раю. И ныне его воскрешать нужно, а не пытаться сделать христианином, когда приспичит нужда молиться за усопшего умершего. Алексей Ильич Осипов. Посмертная жизнь души. Кавычки открываются. На страшном суде участь многих и многих людей по молитвам церкви изменится. Страница 62. Следующая цитата. Вот, например, поразительный случай, который описывается в древнем житии святителя Григория Двоеслова, папы Римского, который жил в VI веке, то есть до разделения церквей. Он молился не за кого-либо, а за императора Трояна, одного из жестоких гонителей христиан и в то же время лучшего по своей справедливости императора, который и христиан-то гнал в силу своей справедливости и уверенности в необходимости исполнения закона. Именно его редкая для римских императоров справедливость и честность явилась для святителя Григория Двоеслова причиной молитвы за него. Троян заступился однажды за бедную беззащитную вдову, находившуюся в отчаянном положении. И святитель Григорий был настолько тронут этим его поступком, что стал усиленно с подвигом молиться за него. В результате ему было открыто, что молитва его принята. Как это понять? Ведь Троян не только не был крещен, но и был гонителем христиан. Но что слышим? И пусть никто не удивляется, когда мы говорим, что он, Троян, был крещен, ибо без крещения никто не узрит Бога, а третий вид крещения – это крещение слезами. Чьими же слезами? Святого Григория. Вот какова может быть сила молитвы, соединенная с постом. Хотя это и редкий случай, поясняет иеромонах Серафим Роуз, но он дает надежду тем, чьи близкие умерли вне веры. Кавычки закрыты. Страница 66. Следующая цитата. «Чаще исповедуйся и причащайся святых Христовых тайн. Очисти хоть немножко свою душу, хоть на короткое время возьми подвиг на себя ради своего ближнего. Скажи себе: хотя эти 40 дней постараюсь пожить по-христиански, постараюсь быть христианином, в понуждении себя к молитве, к Слову Божию». Кавычки закрыты, страница 72-73. Следующая цитата. Григорий Чудотворец и Григорий Низкий, родной брат Василия Великого, так же, как Исаак Сирин, считали, что вечные муки не бесконечны. Конец цитаты. На это что можно сказать? Евангелие Иоанна 3:36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. 1 Иоанна 2:22.
Кто ж лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Евреям 9:28. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. 1 Тимофею 6:3-5. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Быть в послушании слугой или прислугой намного проще, легче, чем царям. Начальствует нередко очень глупый и только портит государство зря. Простым не каждому известен страшный зуд пробраться на вершину общей власти. Такой Авессалом вначале мил, не груб, потом сглотнет всех вил своей картавой пастью. Сметает всех при вожделении к цели. Отрава, выстрелы, подкопы и насилие кастрировали деток, глаза не уцелели, и свергнутых, которых походя казнили, власть. При ней так страшен станет гном, умеющий награбить миллиарды, на ощупь континенты даже днем, когда на пьедесталы взгромоздится карлик. Почти что каждый, по большому счету, хотел бы царствовать с ней своей гнилой ячейки и на курином месте хвастаться пометом, превозносясь над равными хоть чем-то. Ахозе, таков был в Иудее царь, детишек туча от бесчетных жен. Но вот погиб он, как случалось старь, был иудеем маршалом сражен. И мать Ахозии, Гафолия, змея, тотчас внучат незрелых истребила. Ее нельзя прилюдно осмеять, спасти наследников из пасти крокодила. Властолюбивее Ленина обрящится едва ли. Под стать найдется бесталанный Сталин. И Гитлера любили, царствовать призвали. Другой дракон его в Рейхстаге свалит. Беспроигрышно царствовать над собственным грехом. И силу даст к тому Иисус воскресший. Он верный, истинный и на коне верхом. Но на ристалище за ним успеет пеший. 28 июня 2007 год. Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Книга «Открытым оком», вопрос 3475, том 22. Что приводят из Писаний, из святых отцов в церкви те, кто убежден, что по смерти можно изменить участь грешника молитвами церкви, и что неверовавшие во Христа спасутся, если были добрыми? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Когда я читаю высказывания этих отцов, которых, как правило, всегда называют с большой буквы святыми отцами, то понимаю, почему так заносило Сергия Булгакова, Павла Флоренского, Александра, Меня и других подобных. На сегодня эта вольность прикипела к православным потребителям ренты с мертвецов. Вот коренные их доводов. 1 Коринфянам 5.13. Внешних же судит Бог. Иона 3.5. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Иона 4.11. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? Преподобный Нектарий Оптинский, цитата. Простой индус, верящий во Всевышнего и исполняющий, как умеет, волю его, спасется. Но тот, кто, зная о христианстве, идет индусским путем, нет. Деяния 10.34.35. Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». 1 Тимофею 4.10. Ибо мы для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Римлянам 2 глава 9.16. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, Иудея, потом и Елена. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, Иудею, потом и Елену. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудится, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. И о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Иериней Леонский. Христос пришел не ради тех только, которые уверовали в Него, но для всех вообще людей, которые желали видеть Христа и слышать Его голос. Посему всех таковых Он во втором пришествии Своем прежде воздвигнет, воскресит и поставит в Свое Царство. Иустин, философ. Мы научены, что Христос есть перворожденный от Бога, и мы выше объявили, что Он есть Слово, коему причастен весь род человеческий. Те, которые жили согласно со словом, суть христиане, хотя бы считались за безбожников. Таковы между эллинами Сократ и Гераклит, простите.
и им подобные, а из варваров Авраам, Анания, Азария и Мисаил, и Илия, и многие другие. Те, которые делали всеобщее, естественное и вечное добро, подобно прежде их жившим праведникам, во время воскресения спасутся через Христа, нашего вместе с теми, которого этого Христа признали Сыном Божиим. Григорий Богослов. Как многие из нас бывают не от нас, потому что жизнь делает их чуждыми общему телу, так многие из не принадлежавших к нам бывают наши, поскольку добрыми нравами предваряют веру. И обладая самою вещью, не имеют только имени. Конец цитаты. Евангелие от Матфея 12:31-32. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Григорий Богослов, цитата. «Что мне за закон человеконенавистничества новато? Может быть, они будут там крещены огнем, этим последним крещением, самым трудным и продолжительным, которое поедает вещество, как сено, и истребляет легковесность всякого греха». Простите, которое поедает вещество, как сено, и потребляет легковесность всякого греха. Не принявшие крещение не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны, потому что хотя и не запечатлены, однако же и не худы. 1 Петра 3:18-21, 4:5-6. Максим Исповедник. Цитата. Писание называет мертвыми в кавычках людей, скончавшихся до пришествия Христа. Например, бывших при потопе во время столпотворения в Содоме, Египте, а также и других, принявших в разные времена и различными способами многообразное возмездие и страшные беды божественных приговоров. Эти люди подверглись наказанию не столько за неведение Бога, сколько за обиды, причиненные друг другу. Им и было благовествуемо, по словам святого Петра, великая проповедь спасения, когда они уж были осуждены по человеку плотью, то есть восприняли через жизнь во плоти наказание за преступления друг против друга, для того, чтобы жили по Богу Духом, то есть, будучи во аде, восприняли проповедь Боговедения, веруя во Спасителя, сошедшего в ад, спасти мертвых. Иоанн Дамаскин, цитата. «Некоторые говорят, что Христос вывел из ада только веровавших, каковы суть отцы и пророки, судьи, а вместе с ними цари, местные начальники и некоторые другие из народа еврейского, немногочисленные и известные всем. Мы же на это ответим думающим так, что нет ничего незаслуженного, ничего чудесного и ничего страшного в том, чтобы Христу спасти уверовавших, ибо Он остается только справедливым судьей, и всякий уверовавший в Него не погибает. Так что и должно было им,
не погибнет, простите. Так что и должно было им всем спастись и разрешиться от уз ада сошествием Бога и Владыки, что и произошло по его промыслу. Теми ж, кто только по человеколюбию Божию спаслись, были, как думаю, все, которые имели чистейшую жизнь и совершали всевозможные добрые дела, живя скромно, воздержанно и целомудренно. Но веры чистой и божественной не восприняли, потому что не были наставлены в ней и остались вовсе не наученными. Их-то управитель и владыка всех привлек, уловил божественными сетями, убедил их уверовать в него, восприняв им, воссияв им божественными лучами, показав им свет истины. Марк Ефесский, цитата. Некоторые из святых, молившихся не только за верных, но и за нечестивых, были услышаны и своими молитвами исхитили их от вечного мучения. Как, например, первомученица Фёкла, Фалконилу и божественный Григорий Двоеслов, как повествуется, царя Трояна. Почему бы не ответить одним предложением из творений Иоанна Златоуста? Чего нет в Библии, о том не рассуждаем. 1 Коринфянам 4:5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». «Не умолкает пение певчих птиц, кому поет сей хор разноголосый, кто заложил им в горло хрип и писк, особенно весной, когда мы ждем их в гости, кто и зверью дал зычность или лай, мяуканье и рев для до потрясения, похоже чем-то бегемот и лай, они в цепи одной всего лишь звенья, познать Творца, по чуду мироздания, в разнообразии таком невообразимом, и удивляться век не перестанем, какое разное в толпе снежинок зимних, то зрением, то слухом с обонянием, вкушаем с наслаждением, пьем водичку, привычно непонятное глотаем, на ощупь и во тьме в утробу ищем. Когда же так естественна развязка, сверхнеестественно все мускулы иссушит, и без подсказки делается ясно, не насладились глазоньки и уши, сырую темень, в немоту и стлен, да как же так, все протестует жутко, от ужаса готовы лезть на стенку, трясемся в страхе без выходных все сутки. Не лучше ли смириться с приговором и петь с пьянчушками по-своему с восторгом, вплести свой голос с их немолчным хором? С владыкой мира разве можно спорить? Поднявшись до рассвета, предвари дневные неурядицы смятения и пуй до утренней за тучами зари, и благодарна по-человечьи цвенькой. Душа о крыльях тут же затоскует, глаза поднимешь к вечному гнездовью, и ораторию с домашними такую запойте, прославляя Бога и Иегову. 24 апреля 2007 год, Игнатий Лапкин. На сегодня все. Благодарю за внимание. Оля, спаси Христос за помощь. С Богом. Спаси Христос. С Богом.
Тихо. Что-то Анатолий хотел. Анатолий хотел. Ну все тогда.